Контрабас.ua. Автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Пане Романе, хотів би ваших коментарів. Тут досить несподівана заява, ну, певною мірою, можу сказати, навіть фантастична заява пролунала з вуст пана Резнікова, міністра оборони України, про те, що росіяни тепер вже, направду, готуються робити жест доброї волі і йти з України. І пан Резніков припустив, в який саме спосіб Кремль це буде пояснювати пересічним росіянам. Кремль, начебто, руками ФСБ зараз готується влаштувати якусь техногенну катастрофу, чи то на гідроелектростанції, чи то десь на атомній електростанції всередині Російської Федерації, щоби так пояснити, чому вони армію з України виводять. Мовляв, щоби ліквідовувати наслідки цієї техногенної катастрофи там, на Росії, Путін скаже, ну я ж про росіян думаю, тому змушений зі сльозами на очах, мовляв, виводити армію з України і кидати її, значить, ліквідовувати наслідки цієї техногенної катастрофи. Наскільки такі припущення, такі версії від міністра Резнікова вам здаються реальними? Ну, если уже есть какие-то договоренности по выходу российской армии, они могут быть с участием Макронов, Си Цзиньпинев. То есть выход россиян из запорожского и херсонского направления, это значит, мы их отпускаем в очередной раз. С севера Украины отпустили, с Изюма отпустили, с правого берега Днепра отпустили. Вот сейчас есть один механизм, как им уйти, а мы их отпустим с запорожского и херсонского направления. И они оставляют себе Крым и Донбасс опять на 15 лет. Возвращаемся к старой песне 24 февраля прошлого года или 27 марта прошлого года, когда Крым и Донбасс отдавался на 15 лет в какое-то переходное состояние с участием каких-то миротворцев, может быть, российских войск или китайских войск, каких угодно и чего угодно. Потому вот такого рода заявления, особенно когда они звучат из уст министра обороны, просто вы не все сказали, он там еще дальше доложил о том, что и Крым мы военным путем можем не освобождать, а дипломатическим, по крайней мере. Это подойдем и 15 лет будем ждать, пока они оттуда будут уходить. Не уйдут они. 100 лет китайцы с Тайваня не ушли, и никто с Крыма не уйдет, если мы не будем его освобождать военным путем. Потому механизм, как это все будет, мы сейчас посмотрим на это движение. То, что россияне готовы уйти с Херсонского и Запорожского направлений, это понятно. Дело в том, что им с военной точки зрения придется либо погибнуть на Херсонском и Запорожском направлении, это больше 150 тысяч человек там останется навсегда, либо приказать выполнять отход, управляемый отход. С военной точки зрения это очень грамотный, кстати, ход будет. Они, опять же, если смотреть отвлеченно именно как военный аналитик, очень грамотно они приняли решение уйти из севера нашей страны, когда уходили из-под Киева. Они спасли армию, они спасли технику. Армию, и она потом появилась на Донбассе. Они ушли с Изюма, с Изюмского котла, также более-менее спасли личный состав, технику просто не успели вывести. И очень грамотно ушли с правого берега Херсона. То есть они спасли и армию, и технику. Больше 25 тысяч человек перешло на левый берег в полном походном снаряжении. И также ушли на Донбасс, и дальше мы получили большие проблемы. Потому с военной точки зрения это будет правильный шаг российского военно-политического руководства дать указания на отход с этих двух участков, Херсонская и Запорожская. Вопрос, как это все показать россиянам, да, действительно, есть сейчас такая подготовка. Они готовятся с помощью каких-то техногенных моментов, с помощью придумывания каких-то еще, может быть, коврижек или отвлечения внимания на что-то другое. Ну или объявление СВО, выполнившим свои задачи, так как они вот достигли определенных рубежей и каких-то договоренностей. Эти договоренности могут быть достигнуты только с участием Украины. То есть и здесь вот и возникают вопросы. То есть нас провели как евреев по пустыне, только их 40 лет водили, а нас год провели по кругу, опять мы подошли к той же самой теме Крым-Донбасс на определенное время. Потому здесь надо сейчас народу и армии следить за вот этими пасами и действиями
наших союзничков, так называемых, а иногда и российских консерв, которые сейчас открывают. Пане Романе, бачите, але ви ж самі кажете, що на тепер на Запорізькому, на Херсонському напрямку росіяни накопичили 150 тисяч війська. Ви сказали, що їм там доведеться загинути у разі, якщо вони будуть намагатися чинити спротив нашому контрнаступу. Але ж, щоб нам знищити 150 тисяч, і нам то доведеться гинути. Ну, в тому плані, от ви вкрай негативно про можливі ці договорняки відгукнулися, але менше з тим, якщо в результаті таких договорняков, як ви кажете, все-таки вдасться вберегти і життя українських військових, можливо, варто на те піти. Я розумію, до чого ви ведете, що вони вбережуть свої сили, і потім ті сили, які вбережуть, то вони перекинуть на інший напрямок, і знову там через кілька років підуть на нас війною. Але, може, і ми через ті кілька років будемо більш готовими, і союзники дадуть нам вже до того часу, умовно кажучи, F-16. Може, варто все-таки піти на подібні домовленості? Дело в том, что россияне спасли, еще раз повторюсь, спасли армию от разгрома под Киевом, и она вся появилась на Донбассе. Мы потеряли тысячи жизней наших людей, наших военнослужащих, потеряли Северодонецк, Лисичанск, Попасную. Это вот те силы, которые выходили с севера Украины и появились на Донбассе. С правого берега, когда россияне уходили, они опять же появились на Донбассе. Мы потеряли Солидар, мы потеряли опять тысячи наших военнослужащих. Мы сейчас удерживаем западную часть Бахмута, то есть никуда эти воинские подразделения не денутся, не растворятся. Они начнут выполнять боевую задачу сразу же, причем как только развернутся. Потому нельзя себя такого рода расхолаживать, такого рода предложения. Пока у нас есть боевой потенциал, его надо использовать. Любое накопление сил у россиян их просто больше. Дело в том, что мы все-таки страна в три раза меньше России. То есть и по потенциалу людскому, и по экономическому, боевому в том числе. Потому дать россиянам перезарядиться, они ж не увеличатся в два или в три раза, они в 20-30 раз увеличатся. И тогда шанса у нас просто не будет. А к тому времени уже могут возникнуть моменты, связанные с усталостью, очень много чего с чем. То есть россияне всегда использовали и запускали тему переговоров тогда, когда им это надо было. Это не нам надо, это им надо. И вот идти на поводу у россиян по выполнению таких задач, это значит подвергнуть через определенное время еще большим потерям, чем есть сейчас. И тогда уже третий раз будет он просто, они остановятся, если вообще остановятся в районе Польши. Их даже Днепр не остановит. Они просто подготовятся, учтут эти проблемы, которые возникли, и вернутся обратно. Это просто невозможно остановить, пока полностью не уничтожить. Потому здесь вот такой вопрос. Либо освобождаем сейчас и бьемся за нашу территорию, либо нас просто уничтожат через определенное время. Но только не только нас, наших детей, наших внуков, а может и правнуков у кое-кого. То есть вот, а дальше здесь на весах, как это на все смотреть.